ООО «Трансальфа» представляет видео на предмет количества технологических крючков в троллейбусе «Авангард». Два люка у нас расположены в кабине водителя. Перемещаемся по троллейбусу. Передний мост, люк один, второй. Дальше перемещаемся в центральную часть троллейбуса. Задняя часть троллейбуса, задний мост, два люка, это уже 6 лючков, соответственно, еще два, это уже 8, еще один люк дополнительный, и вот один еще открытый люк, наглядно демонстрирую, это люк для обслуживания тягового двигателя, и, соответственно, в задней части непосредственно находится еще один люк, то есть... И плюс, соответственно, те два люка, которые отображены на ЛТТС, это передняя и задняя маска. Таким образом наглядно демонстрируется количество технологических крючков в салоне «Авангарда», троллейбуса «Авангарда».